Новости. Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали на Ставрополье. Состязания между участниками, которые приехали из субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов, проходят в Лермонтове. Там расположена база учебно-тренировочного центра МЧС. Добрый день, уважаемые коллеги, товарищи спортсмены. Позвольте поздравить вас с началом межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту. Уже стала традицией собираться в городе Лермонтово нашей большой спортивной командой. Слова звучали для каждого из 300 участников соревнований. Это 15 команд, представители главных управлений МЧС России по субъектам Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В состав каждой команды входят взрослые, а также юноши и девушки в разных возрастных группах. В день открытия для спортсменов выступали творческие коллективы. Соревнования продлятся 4 дня. В это время участники будут стараться одержать первенство в 4 дисциплинах. Подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Анастасия Романова, Никита Чуб, Владимир Логвинов. АТВ Ставрополь.